Иркутске продолжается подготовка к еще одному важному спортивному событию. Речь идет о первенстве России по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года. В нашем регионе этот турнир состоится впервые. Соревнования пройдут с 23 по 26 ноября. На татами выйдет более 600 спортсменов практически со всей страны. Уже сейчас в столице региона находится главный тренер сборных команд России Эцио Гамба. В рамках подготовки к турниру чемпион Олимпийских игр 80-го года проводит семинары для тренерского состава. В качестве учеников спортивные наставники из Иркутской области, Читы, Сахалина и даже Монголии. На практических занятиях тренерам расскажут о совершенствовании физической подготовки и эффективных приемах. Тренеры должны в состоянии предложить своим детям, своим ученикам все техники, так, чтобы сначала это были знания в общем, а потом ребята начали специализироваться уже в конкретных техниках. Участвовать в предстоящих соревнованиях будут как минимум 13 дзюдоистов Иркутской области. Все они прошли отбор по результатам первенства Сибирского федерального округа и других всероссийских стартов. В случае удачных выступлений наши земляки имеют все шансы попасть в сборную команду страны. Организовать столь масштабные соревнования в Иркутской области удалось благодаря совместной работе регионального министерства спорта и Федерации дзюдо. Безусловно, мы поддерживаем любую инициативу, когда Федерация регионально обратилась с предложением провести в Иркутске первенство России. Инициативу поддержали. Конечно, здесь поучаствовал и бюджет нашего региона, и бюджетные средства, но тем не менее мы надеемся, что первенство пройдет на достойном уровне.